девочки, у нас уже 9:30 время. И я тут уже включила гирляндочки и украшаю столик. Вот. Тут елочку поставила. Кто такой сладкий? Кто такой сладкий самый? Ты должен вспомнить, кто ты такой. Ты такой самый сладкий, да? Ай, цып-цып-цып. Ай, цып-цып. Нет, нельзя его брать, он под елочкой сидит. Да, сидят для красоты они там. Накрываем. Вика таскает мою умничка. Мама. А? Сережа смотрит Бибику. Да. Так, наш столик готов. Вот такой столик у нас сегодня будет. Чак-чак, мандаринки, мяско, салатик, оливьешечка, колбаска, к чаю тортик, все дела. Еще вот такой вот салатик. И тут конфетки-вкусняшки. Вот тут один у меня сидит, глядит. Вот вторая. На улице стреляют пиф-паф, салют, все дела. Такие звуки. Еще, ребята, вы знаете, что обнаружили, что у нас детишки, оказывается, в течение года все стаканы перебили, представляете? Вот у нас из стаканов остался только вот такой вот с Мини-Маус. И пришлось поэтому поставить вот такие вот сегодня. Сережка сюда перебрался. Да. Колыбочку. Носик. Так что вот такие вот у нас дела. Короче говоря, вот наш столик. И сейчас я иду одеваться в платье. Подарки. Сейчас будем искать. Все, идите. Идите. Снимай, как они ищут, куда? Снимаю. Заходим. Подожди, Вика, не начинай. Сейчас второй идет. Заходи, да, Сережа. Ищем. Ищем, ищем подарки. Ищем. Ищем, ищем подарки. Сережа не знает, что происходит, но что-то ищет. Ищем, ищем. Что мы ищем? Подсказка. Внутри нигде не лежит, так что не можешь не ковырять. Нечем. Что там? Сережина! Сережина! Сережа нашла! Ты нашла Сережи! Бери, что это? Что это такое? Ой, еще там что-то, Вика, помоги ему достать. Еще. А это же где? Вот еще, моему мальчику. Держи. Держи, какой бибип. А Вика продолжает искать. Давайте пока ушки. Вика, давай ушки. Держи. Клади, ищи, давай ищи. Нет, там нет, здесь только в комнате. Да, где-то в комнате. Ищи, ищи. Ищи, ищи.
подтяни. Носки подтяни, Викусь. Чего это там? Сейчас посмотрим, сейчас Вика найдет. Но он же большой такой, как ты не найдешь-то? Нет, нет, там нет. На кровати посмотри. Ты еще на кровати не смотрела. Это что это? Сундук большой. Театр кукольный. Ура! Викуски. А Сережа где убежал? Что там такое? Вика, машинка. Машинка. Моему мальчику машинка. И Маша, все. И мышонок, вот и все. Открывать будем? Давай будем открывать. Давай, Вика, открывай Вику. Вот эту детальку давай отдельно. Вику, моему мальчику. Да, Вика же не терпится, да? Скорее. Вику. Вот, на, встречай. Давай, мусор. Ну, как тебе? Врум-врум-врум. Он смотрит. Поехал, Сережа. Врум-врум-врум-врум. Врум-врум-врум-врум-врум. Вика, нет, что можно сделать? Мама. Фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Да, да. 2020 да? годом. Все, Новый год настает. Иди ко мне, Катя, иди ко мне. Мам. Два, считай. Три. Три. Четыре. Считай. Пять. Восемь. Пришел, вон где? На площадке стоит.
Она хлопать будет. Сейчас стоит. Где? Он стоит, принес какую-то торпеду. Ой-ой, ты что? А вдруг ты что-то в окно кому чундарахнет? Он вон оттуда пришел издалека. Один одиночка, что ли? Да, один пришел. Вон оттуда издалека шел. Неуловимый мститель? Скорей! Мужчина, давай, салют! Мужчина, давай! Что он там делает? Давай быстрее. Поджигать нам сейчас собирается. Давай, уже мужчина! Тихо, Вика, в ухо мне не ори. Давай, мужчина! Интересно, что он в нашем дворе решил? Чундарахнуть. Что он делает? Вон еще бегут дети какие-то. Так они хотят, что ли, ты вон и? Думаешь? Вон и, наверное. Он смотрит на них. Вот, говорю же, вон и. Сейчас как баба. Это не тот, который в прошлом году детям тоже делал фейерверк? Я не знаю, в прошлом году я чуть не помню его. Вот здесь красиво очень салют у нас, да? Был. Ты говорила, для детей какой дяденька салют сделал красиво. Да? Он что-то смотрит наверное. Что-то туда показывает. Где ставить? Вон туда стекает. Закапывает. Зачем? Надо. Зачем? Я бы не закопала, я бы просто поставила и взорвала бы. Давайте спичку уже, мужчина. Ну где он? Вон он закопал, я сейчас подождет, наверное. Спичку берет. Еще ждут кого-то они, вон еще идут, выходят. Их там много. Кто ждет своих напарников? Вон, сейчас будет сжигать. Я сжигай. Сошли в сторону. Зовется бабаю прямо в лицо. Будем потом свидетелями ходить. Беги! Вика, не шатай. Смотри, она какая интересная, да? Молодец. Сейчас последнее. Смотри, машины там заорали. А наши? Молчит? Да, молчит. Дед, баба? Кто-то там орёт. Смотри, все выскочили с подъезда. Отвари у всех сейчас эти вокруг. А у него еще что-то в руке, палка какая-то. Палка? Сейчас еще одну стыкает. Еще одна и другая какая-то. Длинная, вот эта, которую он нес, я его увидела издалека. Ну что, этот у нас самый тут главный пассажир? Он оттуда шел, я говорю, из того подъезда. Вот. Из того подъезда? Нет, вот где-то, нет, он сбоку с дома бежал по тропинке сюда, бежит, несет. Я думаю, куда-то, наверное, несет, что ты вдруг остановился. Интересно, там. Откуда это? Вот здесь втыкает сейчас. Сейчас в окно на бутылочке скакает. Смотри, все притихли, тишина около подъезда стоит. Иди! Все, потухло. Ну. Потухло. Ой! Она смотрит сейчас. И все? Нет, вон. Ой, какая! Ты че? Все машины за! Вот. А Ника, все машины дали. Ничего себе, она какая. А сколько там зал? Ну, поэтому сюда бежал, там в самый большой двор у нас. Все орут. Может, не орет? Нет. Смотри, там даже все прибежали с той стороны. Вот это кричит, рядом с которой поставил он. Машинка. Да? Бедный, больше их еда стоит. Сзади нее она как раз. Смотри, он ее вытащил. Там же в этом сзади дают тоже вон. Салават кухарин. А что он еще? А нет, все, вытащил. Все, пока? Все, пошел дядька. Мы требуем продолжения. Надо маме из окна крикнуть. А еще! Мам, на бис!
А внуки показали вы салют? Да, вот же он спал. Да. Почему тогда ты ревел? Вот он на мусорку выкидывает. Все выкинул.